повестке заседания 18 вопросов. Самые главные из них о насущном – состоянии жилищно-коммунального хозяйства округа. Сотни обращений от горожан ежедневно поступают не только в профильные службы, но и лично депутатам. Обсуждались те, соответственно, ситуации, которые волнуют наших жителей. Где-то это протечка кровли, где-то это уборка улицы частного сектора, где-то это вывоз мусора, который затруднен в связи с тем, что не была своевременно прочищена та или иная дорожная артерия. Как показывает практика, решать вопросы любого характера удается гораздо легче и быстрее при правильно выстроенном взаимодействии сторон. Договорились о том, что в рамках наших микрорайонов будут проведены еще дополнительные встречи депутатов с курирующими заместителями главы, с участием непосредственно ответственных сотрудников, для того, чтобы определить и где-то порядок взаимодействия, где-то определить необходимые и расставить необходимые приоритеты. А чтобы коммунальщики качественнее и быстрее справлялись со своими задачами, в собственность города область передала очередную партию специализированной техники. В ближайшее время эта техника уже начнет работу на улицах нашего города. Продуктивное обсуждение в рамках заседания Совета депутатов позволяет рассмотреть вопросы с разных сторон и приступить к их быстрому и, самое главное, качественному решению. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.